Киев, вечер 10 марта 2018 года, тяжелое ДТП, двойной наезд на двух пешеходов в Киеве на набережном шоссе. Volkswagen Passat, двигаясь от Дарницкого моста к Патону, сбил пешехода, и буквально минут через 10 Volkswagen Transporter, двигаясь от Патона к Дарницкому мосту в левом ряду, также сбил пешехода. Оба получили множественные травмы, были срочно госпитализированы в 17-ю больницу. Сами понимаете, такую дорогу перебегать 8 полос — это просто смертельный экстрим, и далеко не все добегают даже до середины. Вечер 10 декабря 2018 года. Работаем на месте тяжелого двойного наезда в Киеве на набережном шоссе. Напомню, здесь два автомобиля Volkswagen сбили двух пешеходов. Сначала сбил водитель Volkswagen Passat, двигаясь от Дарницкого моста к Южному, к Патону. И затем водитель Volkswagen Transporter сбил также пешехода, двигаясь от моста Патона в направлении Дарницкого моста. Оба пешехода были срочно госпитализированы. Сейчас на месте работает полиция. Выехала опергруппа. И отмечу, многие водители, не снижая скорость, пролетают через место ДТП на скорости там 100 и более километров в час.